2008 году там, где наш комбинат находится, был лес. Просто вот тайга. Как всего за 13 лет в нашем городе появилось огромное горнодобывающее предприятие. Студентам политехнического техникума рассказала руководитель учебного центра Ирина Михалева. Усольский калийный комбинат – первый в России проект создания калийного предприятия с нуля за последние 30 лет. Сегодня на предприятии трудится 3000 человек, и с каждым годом количество рабочих мест будет увеличиваться. Так что у ребят большие перспективы. Например, вырасти от рабочего до руководителя, либо стать на производстве незаменимым мастером своего дела. Большой спектр профессионального развития для всех категорий персонала. Рабочих мы можем обучить дополнительным профессиям, вторым и смежным профессиям. Причем для рабочей горной группы в компании есть специально закупленные тренажеры, где они могут отработать свои практические навыки. Для руководителей, специалистов есть большой спектр программ повышения квалификации. Учебный центр Усольского калийного комбината на постоянной основе взаимодействует с березняковской молодежью, проводит специальные квесты и профпробы для школьников. Для студентов предложения более заманчивые. Наши студенты проходят практику производственную в подразделениях Усольского калийного комбината, как на поверхности, так и в шахте. Очень нравится студентам нашего техникума то, что практика на Еврохиме оплачиваемая. Очень приятно, что наставники, работающие на предприятии, которые помогают нашим студентам проходить производственную практику, помогают им найти нужную информацию для написания курсовых дипломных проектов. То есть работа идет, движемся в постоянном контакте. Будущие горные электромеханики Егор Захаренко и Сергей Сотов сейчас учатся на втором курсе и уже рассматривают Еврохим как будущего работодателя. Меня очень заинтересовал Еврохим тем, что он следит за экологией или как-то заботится о природе. Развивающееся предприятие, которое с каждым годом будет все лучше и лучше. Я наслышан о компании Еврохим, о том, что здесь очень хороший карьерный рост, много всяких перспектив и хорошая зарплата и хорошее обучение. Еврохим – социально ориентированное предприятие. Яркий пример – это строительство нового микрорайона. До 2025 года Еврохим планирует построить в Березняках 34 дома. Корпоративная скидка на питание в столовой, бесплатное молоко, скидки на посещение фитнес-центров и бассейнов. На предприятии заботятся о своих сотрудниках. Каждый работник может пройти санаторно-курортное лечение на побережье Черного моря. Для детей есть возможность летнего оздоровительного отдыха. Вообще социальная политика компании направлена на благополучие, социальную защищенность сотрудников, особенно молодых ребят, молодых специалистов, только пришедших из техникумов. Существует программа адаптации, которая подразумевает не только профессиональную какую-то стажировку, наставничество, но и социальную адаптацию в коллективе. Так что перед Сергеем Сотовым, Егором Захаренко и другими ребятами открываются большие перспективы. Теперь главное – учиться и хорошо сдавать экзамены. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.